воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене прийшла дуже цікава, непересічна людина – це журналіст, активіст у нормальному сенсі цього слова, блогер – це дуже важливо. І просто дуже цікава, весела людина – Дмитро Василець. Вітаю в студії. Привіт, друзі. Дмитро, я чув, що ти приїхав зараз, от вчора прилетів з Польщі. На заробітках був? Ну, не совсем. Все-таки у нас была ответственная миссия. Мы все-таки должны были рассказать на самой, по большому счету, респектабельной площадке, трибуне, можно сказать, в Европе, как у нас все-таки обстоят дела с нечуваной свободой слова. Вот. Ну, ты рассказал, что все дуже классно. Да? А кроме меня и Руслана Кацабы в этом вопросе, ну, вот так вот основательно и погруженно вот никто не разбирается. Поэтому, конечно же, мы выступили и рассказали реально, какая сейчас обстоят, как вот реально сейчас обстоят дела у нас в стране. Да, конечно же, мы не говорили много хорошего в адрес власти, ну, потому что как бы, ну, еще процессы по преследованию, по там, тех людей, которые вот выступали каким-то образом против власти, которых при режиме Порошенко их посадили, далеко не всех еще отпустили, и практически ни одного дела по факту еще не закрыли. Серж, я хотел бы запитати, вот как ты сам відчуваєш зараз? Ситуація трохи змінилася, трохи краще, на твою думку, стало, ну, дихати цим повітрям вільним в незалежній країні, чи все лишилося так, як було? Ну, нельзя сказать, что вот так вот, как было, так и осталось. Конечно же, есть некие позитивные тенденции. И хотелось, чтобы, ну, во-первых, все-таки большое количество людей отпустили. Угу. Хотя бы там под домашний арест, под личные обязательства и так далее. Если вот сравнивать тюрьму и что-то другое, оно все равно лучше. Поэтому тенденции, конечно, позитивные есть, и это, конечно, не может не радовать. Но, опять же, хотелось бы какой-то последовательности. И если вот есть тенденции, что все-таки те люди, которые пострадали от режима Порошенко, они должны быть, по большому счету, очищены от всевозможных судебных процессов, этого мы будем добиваться в ближайшее будущее. Я понял. Ну, ты в этом смысле профессионал, потому что, ну, я думаю, все наши телеглядачі добре знають, що так трапилося, що ти трошки був за ґратами. Трошки. 2 роки і 3 місяці. Да, да. Так буває. Ну, за налаштування YouTube-каналу, да? Ну, да. Ну, це ж не порівняти до перекриття моста, да? Вот. За перекриття – це просто, ну, догана. А тут треба було трошки посидіти, да? Ну, СБУшники очень серьезно относятся к людям, которые могут настроить YouTube-канал, потому что вот это от YouTube-канала до теракта и там взрыва чего-нибудь, знаете, один шаг. Я понял. А у меня такое наступное питание. Тобто вы ездили туда для того, чтобы, ну, більш детальніше розповісти про ситуацию, яка зараз у нас в Україні зі свободою слова. От, з тим, що на деяких людей влада тисне, ну, і т.д. і т.п. Так? А ви не говорили про Валерію Гонтареву, тому що, ну, це зараз у нас, можна сказати, місіс ЧП 2019, тому що, ну, кожен день щось трапляється з цією жінкою, і вона каже, що на неї просто нападає влада. І от ви не захищали там, не обсуждали, що там? Ну, от, за Гонтареву, представляєте, так случилось, що ні один порядочний чоловік і слова не сказав. Наверное, это связано с мировым заговором, масонами и инопланетянами. Ну, тики-так. Все как бы в этом, понимаете, оно все взаимосвязано, поэтому... Ну, Дмитро, ну вы же разумеете, что не просто так это происходит. Дивіться. Кинулась под машину. Раз. Ні, то, розумієте, вона так добре напрацювала в Україні, що навіть у Лондоні пакистанці-водії хотіли її вбити. Це, ну, просто жахливо, насправді. А потім загорівся будинок у неї. І я одразу пригадав, якщо пам'ятаєте, є такий мультик «Тілібом-тілібом», загорівся Кошкін дом. Если рассмотреть эту ситуацию, ну, действительно странно, да, когда Гонтарева, чтобы не попасть в руки украинского правосудия, кидается под машину.
Да вы шо? Представляете, что происходит? А потом каким-то невероятным образом начинают вдруг вот, машина гореть ее дом. А еще же машина згоріла, потім будинок. Ми вже чекаємо, що на наступний тиждень нас представляете, вот такая вот интересная история. Получается, мы же все знаем, что инициировал все вот эти уголовные процессы, собирал доказательства уважаемый в Украине юрист Андрей Портнов. Да. Поэтому можно продолжить эту логику, что у нас в Украине появился реальный антикоррупционер, который заставляет процессуально-юридическими инструментами коррупционеров сжигать себе машины, кидаться все под машины и даже просто поджигать себе дома. То есть, что дальше? Это дуже важко себе просто уявити. Вот представьте, насколько высокий уровень вот этого первого реального в Украине антикоррупционера, который своим примером и своими действиями может вот так вот красиво, вот так вот, знаете, даже в Лондоне довести любого антикоррупционера. Це була наша думка на ці події, які зв'язані з Валерією Гонтаревою. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. І так дивимося, Анатолій Шарій, 2,2 мільйона підписників. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Привіт, дорогі друзі. Згорів дім Гонтаревої. Згорів дім Гонтаревої. Ну, я смотрю, не самий большой из домов Гонтаревой, скажем так, скажем честно, что наводит сразу же сходу на мысли, но еще на более глубокие и серьезные мысли наводит другое. Во-первых, это уже целая цепь ужасных просто ударов по Гонтаревой. Одна — это ей пакистанский таксист какой-то наехал на ногу в центре Лондона. Вторая — это сожгли автомобиль ее в невестке. Ну, такой тоже не лучший автомобиль. И вот теперь дом. А на самые глубокие мысли наводят, знаете, вот эти вот, как оно в детстве говорили, кто нанюхал, тот набздюхал. А еще, ну, более интеллигентно, культурно, мы все люди культурные, это на варе шапка горит, как говорится, горит, да? И вот я читаю Порошенко, и он пишет: «Европейская солидарность требует от власти остановить кампанию террора, которая осуществляется касательно бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтарева. Эта кампания является местью за государственную реформаторскую позицию» и так далее, и прочий долбанный бред. Почему-то именно сейчас, когда перед ней стоит призрак возвращения на родину, как раз таки в руки следственных органов, появляется еще один дурак, Вакарчук, сделал заявление. Итак, эти преступники должны быть найдены и наказаны. Так, повинно стати пріоритетним для правоохоронців. Тобто, це должно стати пріоритетом. І должно бути ще испытанием для правоохоронних органів. Я не можу зрозуміти, а Гонтарева якась особлива, чи що? Це должно бути пріоритетом. А чому не должно бути пріоритетом нападення на бабушку? Я слышал, вчора в бабушку напали, заодняли останню пенсію. Чому не це должно бути пріоритетом? Вакарчук, ты вот просто делай то, что ты делаешь в Раде. Просто молчи и смотри вокруг, да и все. Не пиши такого, что ты пишешь. Парохоботы начали нагнетать. Звичайно, что тут немає збігу обставин. Ми розуміємо прекрасно, що тут іде якась цілеспрямована така атака, направлена на неї. Атака началась реально с пакистанского таксиста в центре Лондона. Я причем перепроверял, смотрел, а на самом деле в центре. Это произошло в центре на переходе. А знаете, такие зухвалі речі, тим більше там у Гонтаревої було невідоме ДТП дивне в центре Лондона з збиттям. Ребята, вы вообще знаете, с какой скоростью ездят автомобили в центре Лондона? Даже не в центре Лондона, знаете, да? Вообще Лондон отличался еще давно тем, что там они ползли. Вот так вот. Ползли. То есть осуществлять покушение путем наезда автомобилем в Лондоне, в центре, это он должен был припарковаться, знать, что она там будет проходить. Ребята, ну это вы расскажите кому-то, кто попроще. И Гонтарева пошла на этот шаг, я должен признать, героический шаг, потому что она же должна была заплатить кому-то, кто бы это сделал, чтобы на ногу ей отдавил, да? Вот. Из безнадеги пошла. Взяти, спалити, причому ще могли загинути люди. Я не знаю, чи там, можливо, будуть, чи розбирають, взрывали. Ні, я просто єдиний. Ні. По случайному стечению обстоятельств никого в домі не було. І, як сообщається зараз, по совершенно случайному стечению обстоятельств
охрана также была уменьшена в количестве. Почему? Не знаю. Может, день такой был. А знаете, как оно бывает? Гонтарева сидела в больнице там у себя, да, и гороскоп листала, смотрит. Этот день благоприятный. Она думает, отпущу охрану от дома, одного из своих самых любимых домов. Доброго ранку. На вашу думку, чи можна пов'язувати ось ці три інциденти? Інцидент з ДТП з пані Гонтаревою, коли її збив автомобіль у Лондоні, спалили машину її сім'ї, потім ще от сьогодні згорів. Ну, интересно. Они же всерьез это обсуждают. Что в центре Лондона ее хотели уничтожить путем наезда автомобилем. Ребята, вы не представляете, что такое в Европе вообще попытаться на кого-то наехать автомобилем. Вы чего? На мою думку, їх потрібно пов'язувати, тому що це є спланована якась кампанія кримінального тиску на Валерію Гонтареву. І те, що... І так, кампанія кримінального давлення. Давлення з якою целью? Давлення осуществляється для того, щоб хтось прийняв якесь рішення, або для того, щоб хтось рішення якесь не прийняв. Да, к примеру, в Колумбии осуществлялось давление на чиновников, там, на судей и так далее, для того, чтобы они, а, приняли решение, освободили там нужных ребят, к примеру, да, б, не приняли решение по экстрадиции их в США. Или это, Гонтарева сейчас решений никаких не принимает. Гонтареву сейчас хотят увидеть в Украине, и при этом ее запугивают. Логика? І те, що влада не відреагувала на інцидент, коли спалили машину невістки Валерії Гонтаревої, яка так само є Валерією Гонтаревою, тож підпалювачі могли думати, що вони палять авто саме Валерії Гонтаревої. Отакої! Поджигателі могли думати, що це машина Валерії Гонтаревої, тому що її невістку теж звуть Валерія Гонтарева. А обычно, якщо ви просто не знали, на номерних знаках пишуть фамилию, имя и отчество, иногда еще год рождения. Не знали? Це якраз і спонукало їх до того, що безкарність існує, і вони підпалили її будинок. І так, те, которые подпалили машину, поняли, что смотрите, нас не наказали. Пошли, думаю, подпалим-ка мы дом. Но все происходит для чего-то. Бессмысленно происходит только, я не знаю, я даже не знаю, что происходит бессмысленно. Що буде наступним? Замах на життя родини Гонтаревої. Ми повертаємося у 90-ті роки. Віктор, ми давно вернулись в 90-ті роки. Не ми, извините, а ви. Ви давно вернулись в 90-ті роки. Яка там сожгли машину? Зжигають машини десятками. Кожен день зжигають машини. Ні, у вас на вулицях вже стріляють. І ніхто не несе ніякого наказання. Там позавчора там застрелили якогось там сепаратиста там в Мариуполе, да, он открыл дверь, все порадовались там, как всегда, Ярош проснулся, написал, о, такой, не задумываясь над тем, а почему же чувак, прекрасно зная, что его травят, прекрасно зная, как это опасно, вдруг открыл двери, может быть, знакомому открыл, а может быть, это выгодно какой-то другой силе для срыва чего-то, к примеру, да, якщо ми переходимо до з'ясування стосунків за допомогою запалювальної суміші і зброї, то наша країна зануриться просто в хаос. Мені подобається, що вони говорять це в майбутньому. Якщо ми там будемо, да, виясняти відношення при допомозі зажигательної смеси, так ви давно вже виясняєте відношення іменно так. Почему ты говоришь в будущем? Гонтарева какая-то особенная. Вот если когда уже дошло до того, что сожгли любимый вот этот вот охотничий домик Гонтаревой, это уже значит, что все. Все. Кожен іноземний інвестор, який бачить, як переслідується колишній голова Національного банку, яка настільки відома у світі, 10 раз подумає, чи варто вкладати гроші в нашу країну. Уфу! Інвестор. Ви представляєте цих інвесторів? Вони сидять такі, пофіг, що там з гранатометів палять, да, що там з автоматів, то таке. А тут Гонтарева сожгли дом. Він такий, Джекі, сожгли дом Гонтаревої, забирай інвестиції. Детальніше про це поговоримо із політичним експертом Олександром Палієм, який уже напрям... Олександр Палій. О, от це от він і зжег дом. Звичайно. Мені здається, що треба, ну, якщо слідчі там в Лондоні перевірять, чи ця машина її відстежувала, чи вона довго стежувала за нею, а потім так вона за нею їхала на переході. Да. По Лондону.
по Лондону следила за Гонтаревой, ездила машина, а потом думает, а вот и уже и переход, и с разгону, ну, правда, разогнаться больше, чем 40 километров не получится, да, с разгону. Ну, от хто може бажати недоброго екс-очільниці Нацбанку? Кому настільки сильно заважали її дії? Можливо, є хоча б якісь теоретичні здогади? Ну, купа кілька олігархів, точніше, цілий такий шмут олігархів. А зачем олігархам это делать? Вот сейчас. Сейчас Гонтаревой очень не надо в Украину, потому что у нее нет статуса политического. Да? Она не может показать, что ей там что-то угрожает, помимо уголовного преследования. Поэтому ей надо создать фон. И вот создается фон. Конечно, имхо, но это выглядит, ну, это шито белыми нитками. На жаль, мы видим, что, по сути, почався певний тиск на экс-голову Национального банка Украины. И, звичайно, що... Давление. Давление на Гонтареву. С целью, чтобы она не приехала. Ну как, ее надо получить в Украину, а ей сжигают дом, чтобы ее... надавить на нее с целью, чтобы она не приехала, правильно? Но одноклеточные не могут думать вот так вот далеко. Это сидит одноклеточная. И оно рассказывает, что на самом деле это давление на нее. Зачем давление осуществлять на человека, которого надо наоборот в Украину заманить? Это если бы ей, допустим, да, Зеленский предложил там, я не знаю, должность главы Нацбанка. И тогда бы люди некоторые испугались и начали бы поджигать ее дома, чтобы она не возвращалась. Здесь же наоборот, ее надо сюда, для того, чтобы она села. Змінилася влада, коли фактично Ігор Коломойський має величезний вплив на різні структури в нашій державі. І чомусь за збігом обставин саме зараз от розпочинаються такі речі. Тому... І так, власть змінилась. Коломойський має колосальне влияння на різні структури, поэтому відправляє чуваків. Одного поджечь машину, другого поджечь маленький вонючий домик. Логика. Доброго, звичайно, тут нічого абсолютно немає, тому що це тиск на колишніх державних посадовців, це тиск на політиків. Які тупі, а? Зачем осуществлять давление на человека, который ничего не решает? Зачем? Безперечно, ці злочини мають розслідуватись правоохоронними органами, але моя особиста думка, я переконаний, що за цим стоїть Коломойський. А для чого він за цим стоїть? Щоб запугати Гонтареву, щоб вона не повернулася в Україну. Щоб запугати Гонтареву, поджечь, поджечь, поджечь все, щоб там побачили, що їй щось угрожає, дали їй статус, і вона ніколи вже не повернулася в Україну. Да? Или ні? Или вони хочуть бачити її на скам'ї підсудимих? Знайти в інтернеті, є телефонна розмова Коломойського з Кернесом. О, да, 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 это сейчас козырем будет. И где Коломойський, спрашивают Кернеса, а почему не сгорел там маркет один? Но на самом деле это был маркет конкурентов. И эта тема имеет хоть какой-то смысл. Хоть какой-то смысл, хоть в чем-то смысл. Смысла в том, чтобы поджигать машину Гонтаревой, которую надо получить в Украину, нет никакого. Но теперь я нашел, кто это сделал. Смотрите, говорят, свидетель. Очевидця пожежі у будинку Валерії Гонтаревої. Слухаємо. Нет, не видел. Я прибежал, почитал в интернете, прибежал с пробежки, в полдевятого уже все тут было... Ну, потушено. Вот ты попался, Денис. Это Денис Иванеско на самом деле. А Денис Иванеско являлся руководителем Главного управления доступа к публичной информации администрации президента. И вы понимаете, какого именно президента. Вот теперь все уже и понятно. Вы знаете, я бы хотел, чтобы упоротые не вздумали даже искать хоть 0,5% чего-то, кроме... смеха и сарказма в том, что я сейчас говорю, потому что Денис явно не при делах, он абсолютно хороший человек и прекрасный специалист, и отличный вообще по всем отзывам парень. Да? Но кто же это сделал? Кто же это осуществил? Мой вывод однозначен. Я всегда ищу, кому выгодно. Кроме там упоротышей, которые бегают там с дубинами по улицам, да, есть абсолютно четкие люди, у которых абсолютно нормальный мозг, и они делают то, что выгодно. Вот это вот выгодно только одному человеку. Это Гонтаревой. Больше никому. Ну, а касательно того, что там странно как-то так все вышло, что этот дом оказался полупустым, что в нем никого не было и так далее и тому подобное, знаете, это вообще тема отдельного видео, и мы его еще сделаем. Мы начинаем свое собственное расследование, знаете. Но тут расследовать нечего. Гонтарева, привет. Возвращайся.
Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Дмитро, також я хотів би з тобою поговорити про подію, яка нещодавно відбулася. Перекрили міст. Перекрив цей міст хлопець. Він був в АТО. Він вживав наркотики, як ми дізналися. І, коротше, був колапс в Києві. І так сталося, що його випустили. Як ти до цього ставишся? Ну, как-то, вы знаете, так вот сложно, сразу ответить по этому поводу. Если мы, конечно, будем разбираться в вопросе, то это же не простой человек, вот обычный смертный. Есть у нас просто в Украине отдельная каста, они вот неприкасаемые. Да. То есть это вот так называемые люди, которые побывали в АТО, и на них распространяется отдельный уголовный кодекс, я отдельный криминальный процессуальный кодекс. Я перепрошу, а вы уверены, что его выпустили саме тому, что он в АТО був? А может, от того, что он вживав наркотики? Может, мы уже как-то рухаемся у бік Европы, как Голландия? И, то есть, ну, вживаешь наркотики, все. Никаких претензий нема. Здесь, там... я думаю, просто немножко не так. Просто в том вот отдельном криминально-процессуальном кодексе, в криминальном кодексе, просто если в обычном нормальном кодексе, который для всех нормальных людей, обычных, если ты все-таки принимаешь наркотики, это отягчающее обстоятельство. А в том кодексе, который для вот этих сверхлюдей, которые как бы обычно над обычным обществом, там, конечно же, если ты бухаешь, если ты употребляешь наркотики, если ты пользуешься огнестрельным оружием, если ты палишь по дронам полицейским и ты их сбиваешь, то это как бы облегчающие обстоятельства. Это, можно сказать, уже практически оправдывает тебя. Ну, це комбо таке. Тобто треба бути атошником, наркоманом, і тоді тобі все можна в цьому житті. Правильно? Да, поэтому, наверное, среди... Блін, я тільки наркоманом можу стати, атошником у мене не вийде, на жаль. Ну, тут двери закрыты. Тут здоровье нужно, да. Добре. И поэтому, конечно, когда мы смотрим на эту ситуацию, да, все общество понимает, что это ненормально. Да, все понимают, что это беспредел. Особенно те люди, которые 5 часов простояли в пробке в Киеве. Да, это как бы информационный такой был удар, шок, потому что какой-то сумасшедший перекрыл мост, угрожает оружием и так далее, сбивает полицейские дроны. И это все ненормально. Но есть для вот этой отдельной касты, у них очень хорошая крыша, которая сидит на самом верху в правительстве. Угу. И понятное дело, так что ничего не изменилось, получается? Они включаются и решают вопросы, чтобы, не дай бог, с этим человеком ничего нехорошего не случилось. Потому что, знаете, ну, там есть очень много преград. То есть в тюрьму может просто очень тяжело наркотики пронести, понимаете, там, алкоголь. Да, то... И поэтому вот власть включается и старается оберегать таких людей, чтобы они не попадали в такие сложные ситуации. То, что я так и кажу, не буду такого казати. И, ну, просто, чому я це запитую, от, а не буде це поганим прикладом для інших людей, які, ну, були в АТО, ще не стали наркоманами, але, ну, стануть, і вони подумають так, мені можна все, дивлячись на цей приклад. Но дело в том, что вот этот процесс, когда вот все, кто был в АТО, зачисляют по умолчанию в касту неприкасаемых, это достаточно такой серьезный процесс, который инициируется с самого верха. Да, они как бы дают понять вот этим людям о том, что если ты был в АТО, ты в касте неприкасаемых. Ты можешь делать, что хочешь, а если ты еще будешь при этом еще алкоголиком и употреблять наркотики, тебе вообще ничего за это не будет, что бы ты ни сделал. То есть вот это основной месседж, который транслируют, я так понимаю, представители вот этой самой касты, которые сейчас по недоразумению оказались во главе нашего государства. Це була наша думка на цю подію, а тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Олеся Медведєва і її блог «Ясно-понятно». Олеся Медведєва, 327 тисяч підписників. Дивимось. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу.
Я уверена, что многие из вас знают о ситуации, которая вчера произошла в Киеве. Человек по имени Алексей Белько, бывший военнослужащий и уроженец Крыма, обмотавшись флагом Украины, пообещал взорвать мост метро в Киеве. В центре столицы случился полный коллапс, люди не могли добраться домой, но не это самое страшное, конечно же. Итак, как все это было? Почему этот человек хотел взорвать мост? Как закончилась спецоперация и что новенького придумали парохоботы, спекулируя на этой ситуации? По нашим источникам в полиции, Алексей решил совершить этот, как его теперь квалифицируют, террористический акт из-за измены девушки. Никакого политического контекста в его поступке не было. Людина на автомобиле перекрила рух на мосту метро и здійснила кілька пострілів в повітря, не виказуючи ніяких вимог, а також він кричав, що в нього є вибухівка, яка здетонує, якщо хтось до нього наблизиться. Ніяких інших вимог не було. Відразу в місті було введено план «Сирена». Це обійшлося. Я хочу подякувати поліції і хочу подякувати Службі безпеки за оперативний супровід. Зараз вже людина, яка перегородила мост, вже доставлена в відділення поліції, затримана і, дякуючи Богу, без жертв і без якихось втрат. Вопрос о том, был ли Белько в этот момент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточняется. Ранее он служил в АТО, далее он остался сержантом-контрактником, который числился начальником радиостанции полевой связи воинской части в Броварах. Опять же таки, по словам полиции, помутнение его рассудка произошло после того, как ему изменила девушка по имени Алена, и полицейские подтверждают, что на мосту он выкрикивал ее имя. Далее началась спецоперация с задействованием сил Корда, с применением БТР, сотрудников Корда и других спецслужб длилось несколько часов. В итоге террориста спецназовцы задержали, он не сопротивлялся. Но многие, конечно, испугались. Почему я несколько раз акцентировала внимание на том, что Алексей Белько никаких политических требований не выдвигал? В общем, ситуация была такой, как она была, но националисты и парохоботы придумали свою фишку. Истерику запустил подозреваемый в убийстве Бузины Медведька из Си-14, и эту истерику поддержало довольно-таки много народа. Что, дескать, этот патриот пошел на такой отчаянный шаг, потому что он не согласен с действиями новой власти, которая хочет сдать Украину, капитулировать по формуле Штайнмайера. Откопался даже какой-то сослуживец Белько, который написал душещипательный пост о том, какой на самом деле Алексей патриот, как он приходил в военкомат уже весь в камуфляже, на одной руке флаг Украины, на другой руке крымский флаг, и он весь такой патриот вообще до мозга костей, и это было его требование. Интересно, когда они с ним успели вообще пообщаться, поговорить и... А, никогда! Это ложь. Хотя, может, нам действительно не говорят всей правды. Может, это действительно был несгибаемый патриот, который пошел на такой крайний шаг, захватил мост, чтобы не допустить капитуляции Украины по формуле Штайнмайера. Давайте лучше посмотрим видео, как происходило то, что называлось задержанием. Смотрите, какие чуткие движения у этого человека, как он сопротивляется до последнего. Настоящая пантера спецназа, американский морской котик, да? Видео все четко, ясно и понятно. Человек просто явно неадекват, который вряд ли бы смог вообще выговорить слово Штайнмайер с третьего раза. Но сам по себе ход мыслей националистов и парохоботов вполне себе характерный. Они действительно в своих головах вынашивают картинку. Патриоты, ну в кавычках, качают права, чтобы не допустить капитуляции. Кстати, еще какой вопрос остается. Если один сошедший с ума на любовной почве человек может
парализовать пол Киева. И с ним возится спецназ, СБУ, МВД несколько часов. То действительно, а что делать, если мосты захватят вооруженные группы националистов? И тут мы снова возвращаемся к тому, о чем я уже говорила, о политической воле власти и о наведении порядка. К тому, чтобы любые акции так называемых патриотов, которые будут выходить за рамки правового поля Украины, пресекались еще на начальной стадии. ЦКВУ то блогери України. ЦКВУ тут немає табу. З вами була програма ТБУ то блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви слідкуйте за нами. І все буде добре. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.